Мои лучшие нарезки, ставьте лайк. Посвящается сезону по Майнкрафту. Perfect World. Видишь, как дым небо закрыл, и обратился мир солой. Слезы утри, оковы сними, гнев обрати свой. Что-то напоминает. Имперский строй. И с нами бой. Новый рассвет, спустя сотни лет, мы наконец-то дождались. Тысячи глаз смотрят на нас от алгоритма своего. Очнись. Вот тут красиво, так мне так нравится. Боже, обожаю такое пение. Вот просто послушайте, мои хорошие. Свет, спустя сотни лет, мы наконец-то дождались. Тысячи глаз смотрят на нас сейчас от алгоритма своего. Очнись. Как красиво. Вот наш девиз. Держись, мы новый мир воздвигаем на месте того, что создан был не нами. Мятеж, голос наших надежд, и день за днем их прежний мир горит огнем. Классно, два голоса сочетаются на переднем плане и на заднем, в разных тональностях. Давай, как бэк-вокал идет. Пламя, уж пробил их час, долой режим упрямый вперед. Мы свободный народ, чего молчать? Восстань, заставь весь мир сиять. Я... Зажжен ярким огнем наших истерзанных сердец. Отрезан контроль, вытерпим боль. Снимем мы гордо истерновенец. Настал конец. Мы будем кричать, не станем молчать. И не преклоним мы голов. Сияние гимн услышит весь мир. Ослабнет контроль их холодных слов. Ответь на зов. Теперь закончим век отмен. Мне так нравится, как он с голосом играется, шикарно. Станет наше время. О! И страх развеет ветер перемен. Держись, мы новый мир воздвигаем на месте того, что создан был не нами. Мятеж, голос наших надежд, и день за днем их прежний мир горит огнем. Вставай, пусть разгорается пламя, уж пробил их час, долой режим упрямый вперед. Мы свободный народ, чего молчать? Восстань, заставь весь мир сиять. Да. А это еще не конец, я уже думала, конец трека, но нет. Такие треки для сезона норм, но не постоянку. В смысле, вам не нравится? Мне очень нравится, так классно. И настрой, что у первого трека, что у второго, они абсолютно разные и такие классные. Первый наполнен такой теплотой, надеждой на светлое будущее. Здесь вот прям такая решительность проявляется. Сила духа. Теперь закончим век отмен. Мне кажется, скорее всего, если эти треки посвящены сезонам, то вот прям в каждой фразе можно найти отсылку на то или иное событие. Это как я предполагаю. Напишите, так ли это или нет. То есть вот что он тут пропевает? Теперь закончим век отмен. То есть у него там что-то было как раз-таки в его видосах про какие-то там отмены. Я вот, к сожалению, не шарю. Это прикольно же. Для фанатов особенно, что они такие, да, вот был такой-то момент, вот тогда-то, что то-то вот произошло. И как раз это в треке упомянули. Настанет наше время, и страх развеет ветер перемен. Держись, мы новый мир воздвигаем на месте того, что создан был не нами. Мятеж, голос наших надежд, и день за днем их прежний мир горит огнем. Тут
в целом все так прямо и говорится, что был какой-то там старый мир, произошел мятеж, и теперь порядки как-то были изменены, ну, и будут меняться, и вот есть решительность в этом смысле. Вот, ну, тут напрямую даже все это говорится, как бы. Давай, пусть разгорается пламя, уж промер их час долой. Получается, между кем-то было противостояние. Мы свободный народ, чего молчать, восстань, заставь весь мир сиять. Бля. Если сравнивать с первой песней, мне как бы первая понравилась, но меня вторая прям зацепила. Может быть, даже за счет вот этого вокала, музыка, настроя такого решительного. Первая, она такая просто теплая, ламповая, а вот эту прям, ух, мне нравится. Я вот эту песню себе бы даже, может быть, добавила бы куда-то в аудиозаписи.